Мы начинаем съемки художественного фильма о нашей поездке к Чите Исаевых на шашлыки. Вот так вот мы собираемся. Писать. Гриш, не надо говорить про писать, когда мы снимаем кино. Это ты тут в своей комнате. Все нормально? Меч? На готове? Тогда мы выходим. Начинаем выезд. Я напомню. Что происходит вообще, Максим? Почему не едят овощи гриль? Я зачем гриль их готовил? Расскажи, Алёш, как тебе живется? Очень хорошо. Идеально. У меня есть мангал. Это классно. Мангал. И угадайте, что я на нем делаю? Ты жаришь на нем мясо. Верно. Давай покажем нашим зрителям, какое мясо жарю я. Ты имеешь в виду моим подписчикам? Знаешь, что у меня 69 подписчиков в Ютубе? Это очень много. Это очень много. А можно всех по именам перечислить? Подписчик 1, да. Подписчик 2, подписчик 3. Подписчик Алёша, подписчик Аня. Подписчик Аня. Всем привет остальным 67. А, и 8 ботов от Максима Артамонова. Да, конечно. Идеально. Типа, а давай-ка мы тебя скатаем еще в наш прекрасный центр подготовки пятибоксов. Он там был, ну, открывал. Да? Да? Ну, он тут, типа, пойдем. Случилось чудо. Гриша сверху спустился шарик, но потом он его выпустил. Шарик улетел и запутался на дереве. Но теперь спасение шарика происходит специальной дубиной. В общем, Гриша его очень хочет, этот шарик. Поэтому Алёшка сейчас героически его достает. Он опускается постепенно, опускается, кажется. Гриш, ты очень хочешь этот шарик? О, все, теперь... Да что такое-то? Он уже туда спустился. Это очень сложная операция. Нет! Нет, только не сюда, только не сюда. Слушай, ну как ты так... Вот он. Да. Да. Ура! Скажи дяде Алёше спасибо. Я не отпускаю его. Пожалуйста, Гриш. Счастливый Гриша с шариком. Гриш, ну если ты его упустишь в следующий раз, мы уже его не будем ловить. Не получится. Все. А он откуда вообще взялся? Он прилетел вообще откуда-то оттуда. Он прилетел со стороны Виноградова. У нас тут последние кадры. Все. Мы собираемся домой. Все поели, все выпили. Все съели. Все съели, все, что можно. Все, до кусочка, все съели. Какие молодцы. Да, это правда. Да, Саша? Да, Сань. Ага. Все. Вызываем таксо.